макет пистолета-пулемета М3 от фирмы Денникс. Интернет-магазин «Попади в десятку». Такой пистолет-пулемет применялся американской армией во время Второй мировой войны. Этот макет окрашен в черный цвет и выполнен из металла. У него отстегивающийся магазин, а его затвор можно передергивать. Проволочный приклад у него складывается. Целик с мушкой здесь есть, но регулировать их нельзя. Впрочем, для макета это и не так важно. Рукоять затвора у него движется непривычно вдоль, а приделана к валу и совершает полукруговые движения. Окошко выброса гильз можно открывать. Отъемный коробчатый магазин, как и весь макет, полностью металлический. Длина этого макета 590 мм, а весит он 3 кг 145 граммов. Магазин извлекается нажатием на кнопку с левой стороны. Приклад раскладывается и складывается тоже нажатием на кнопку. При желании его можно вытащить полностью. Перед тем, как передернуть затвор, нужно открыть окошко выброса гильз, которое его блокирует. Во взведенном положении затвор остается сзади, а во время спуска одновременно досылает патрон и накалывает капсуль. Такая же система применялась и во многих других пистолетах-пулеметах. Пневматика, охолощенное оружие, самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.